Здравствуйте, друзья! Сегодня очередное видео вот про такой вот self-priming drill pump, то есть насосик, который, значит, работает от электрической дрели. Вот. Характеристики я его скину в описаловку. Значит, сейчас посмотрим быстро, как он работает, функционирует. И потом его разберем. Пришел, значит, он чуть подтекал, подтянули, ну и нормально стало. Значит, вот тут у меня вот так две системки. Вот из одной бочки, из другой. Ну, погнали. Ну вот мы и перекачали. Вот. Ну все, сейчас мы... Ну вот, я готов уже демонстрировать. Значит, два еще таких входит хомута. Ну, давайте быстренько разберем, а потом сравним, чем они. Значит, крепление на четырех... винтовых или саморез на четырех винтах саморезов. Так, ну давайте. Потом можно, наверное, засверлиться и сделать болтами наружу. Значит, здесь вот, блин, затянул я. Ладно, вот эти отворачиваются. Там еще вот такие вот прокладочки, но они нас не особо колышут. Сейчас я быстро тороплюсь, чтобы вам время ваше и свое не отнимать. В общем, так, по традиции я разбираю, чтобы посмотреть, как сделали китайцы. А нет, придется откручивать. Ну, сейчас. Так. Да, придется откручивать. Сейчас я. Секундочку. Вот так. Вот, сейчас я вот это. Ну вот. Ну вот так. Это тем, кто там переживал, что я что-то перепутал. Тут не перепутаешь, потому что он ее вывернет, по всей видимости. Да. Ну и понятно, да, как этот насос работает. Здесь он загребает, здесь создается давление, и здесь он ее с давлением выбрасывает, да, в воду. Вот. Ну вот так. А, и подшипников, конечно, никаких нет. Вот вместо подшипника вот такая вот хреновина. Здесь... просто посадка. Да, сейчас посвечу. Получится подсветить поярче. Вот так. Вот такая. Вот такая вот хреновенька. Ну все, собираем назад. Собирается, не ошибешься. Не надо мне писать, что я неправильно там что-то вставил. Тут по-другому не ошибиться. Так, вот это еще есть. Как бы, который не дает спереди вытекать. Здесь прокладочка стоит, кольцо. Ну и, собственно говоря, можно смазать силиконовой смазкой. Вот. Ну вот и все. Разобрали, собрали. 500 рублей, покупая в Китае, сэкономили. Самовсасывающий. Если насосик сломался или, ну, срочно надо из бочки, например, да, выкачать масло, вообще милое дело. Давайте крест-накрест затянем. И все, и на этом видео закончим. Вот такой вот ссылочка, где покупать. Если не горит, то, конечно, лучше заказать насос рабочий. Но вначале подтекает, надо протягивать вот эти вот штуки. Можно смазать кольцо тоже там силикончиком.
Но не перетяните, потому что вот эту штуку надо так с натяжкой, но без фанатизма. Главное, чтобы кольцо прижалось, тогда... Так. И вот последний винтик. Ну вот, такой вот насосик. В принципе, можно попробовать, какое он давление создает, чтобы туман в клюде сделать. Ну, посмотреть надо, потянет, не потянет. Это ближе к весне. Если буду ездить на дачу, то, соответственно, посмотрим. Ну вот все. На этом все. До новых видео!